Всем доброго времени суток, с вами эксперт по цифровой технике Илья, и сегодня я вам расскажу про Xiaomi Mi A 3 серии с чистой предустановленной версией Android One. Какими же преимуществами обладает данная модель по сравнению с предыдущими, сейчас я вам расскажу. Три варианта цветовых решений, и каждый из них не просто цвет. Корпус Mi A 3 отражает свет и переливается, словно океанская гладь. Ощутите кристальную чистоту снежного покрова, спокойствие синего моря и задумчивость серого неба. А благодаря идеально плавным контурам смартфон удобно лежит в руке. Благодаря тройной камере на 48 мегапикселей, 8 мегапикселей и 2 мегапикселя вы сможете делать еще более четкие снимки, где вы не опустите ни одной детали. Основной сенсор снимается разрешением 48 мегапикселей и отвечает за сверхвысокую детализацию. Дополнительный сенсор на 8 мегапикселей со сверхширокоугольной линзой нужен для съемки пейзажей. А третий 2-мегапиксельный сенсор отвечает за проработку глубины кадра, что позволит делать качественные портретные фотографии. А благодаря хорошей 32-мегапиксельной фронтальной камере с искусственным интеллектом ваши селфи будут четкими и детализированными. 11-нанометровый процессор Qualcomm Snapdragon 665 с пониженным энергопотреблением и аккумулятор емкостью 4030 мАч с поддержкой быстрой зарядки QuickCharge 4.0 обеспечит еще более длительное время работы смартфона. Благодаря улучшенному оптическому сканеру отпечатков пальцев, встроенному в экран, скорость регистрации отпечатков и разблокировки устройства была значительно увеличена. Сканер также стал лучше работать в экстремальных условиях, например, в местах с ярким освещением и низкой температурой. А самые последние инновации от Google помогут организовать ваше время более эффективно. Ведь одним из главных особенностей Xiaomi Mi A 3 идет операционная система Android One, то есть чистый Android со всем многообразием встроенных сервисов от Google. Ну а дальше по сценарию время всех основных характеристик гаджета. А в комплектации здесь идет прозрачный силиконовый чехол, USB Type-C провод и быстрый адаптер питания. У Xiaomi Mi A 3 красивый корпус, хорошая производительность, нормальная камера и все в порядке с временем автономной работы. И если вам нужен Xiaomi с хорошей производительностью и без оболочки MIUI, то эта модель точно вам подойдет. Но узнать стоимость данного гаджета вы можете у нас на сайте knowhow.rf. Также будем рады видеть вас в наших магазинах, где вы сможете поговорить с экспертами, которые расскажут вам о VIP-привилегиях нашей бонусной карты Know-How, настроят ваш будущий гаджет и расскажут, как им пользоваться. Всем до скорой встречи!